Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования Satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о новой модели цифрового эфирного Т2 ресивера марки World Vision T60M. Цифровой эфирный ДВБ Т2 ресивер HD качества World Vision T60M – новинка весны 2017 года от популярной компании World Vision. Производитель известен своим большим ассортиментом продукции и сочетанием отличного качества и невысокой цены. Модель Т2 приемника World Vision T60M – это младшая в линейке Т60-х моделей. Вся линейка World Vision состоит из трех моделей – World Vision T60M, World Vision T60 и World Vision T60D. Цена World Vision T60M – самая низкая в линейке, что приятно удивляет. Связано это с отсутствием цифрового дисплея на передней панели, а также с отсутствием поддержки кодека AC3 Dolby Digital звука. Т2 приемник World Vision T60M построен на базе высокопроизводительного современного процессора Ali3821. Имеет 64 МБ оперативной памяти и 4 МБ флеш-памяти, благодаря чему молниеносно реагирует на сигналы пульта дистанционного управления, имеет тюнер высокой чувствительности, переключает каналы без заминок и может получать качественную картинку. Лаконичные очертания World Vision T60M перенял у предшествующей модели World Vision T59M, но есть и отличия. Корпус стал более детализированным, появились декоративные бороздки, и на передней панели рядом с инфракрасным приемником появились базовые кнопки управления, включение и переключение каналов. Купить World Vision T60M можно и как небольшой медиаплеер, воспроизводящий при подключении внешнего носителя популярные на сегодня форматы аудио, видео файлов и изображения. Поставляется ресивер World Vision T60M в фирменной коробке. Выполнен ресивер в пластиковом мини-корпусе привлекательного дизайна. На нижней боковых частях находятся вентиляционные отверстия для охлаждения ресивера. На передней панели ресивера World Vision T60M расположены кнопка включения ресивера, кнопки переключения каналов и световой индикатор. На одной из боковых частей находится выход USB. На задней панели ресивера World Vision T60M находится антенный вход, цифровой аудио-видео выход HDMI, аналоговый аудио-видео выход 3 RCA, выход для подключения внешнего блока питания напряжением 5 вольт постоянного тока. В комплект поставки входит удобный эргономичный пульт дистанционного управления, батарейки к пульту, аналоговый кабель 3 RCA на 3 RCA, блок питания 5 вольт 1,2 ампера, и инструкция. Стоит отметить, что цифровым аудио-видеокабелем HDMI ресивер World Vision T60M не комплектуется. Его можно приобрести отдельно в нашем магазине.